Всем привет, это Star Wars Squadron, прохождение на канале Черницкий SSTV, хотя я всегда называю Черницкий ТВ. В прошлой серии мы потрепали Звездный Яс, я не помню, так мы его задолбили, не задолбили, не помню, так, у нас тут Сол с бешеным взглядом, давайте перетрем с ней. Тебя ждет всеобщая благодарность, герой, который расчистил. Какой-то кунмал. Такая похвала обычно привлекает внимание, люди начинают к тебе прислушиваться. На твоем месте я бы уже задумал, что делать с новоприобретенной репутацией после войны. Взгляд у нее пипец. Пойдем узнаем, что капитан Кэрол планирует нам приготовить. Ну, какое задание, типа следующее. Такой вот у нас боксик. Жалко, ходить нельзя, прям все-таки отражение красивое, все сделано четенько. Даже вон чувачки бегают, у них тоже отражение работает. Так, ладно, идем в зал заседаний. У нас следующая миссия. Поехали. Наша диверсия прошла успешно. Эскадрилья «Авангард» покинула доки Надири и отправилась на помощь Монкале, что сделал Звездный Ястреб уязвимым. Теперь мы можем без проблем завершить задание. Адмирал Слоун послала подкрепление, чтобы мы точно справились. Но именно вы искали Титан совершить удар по Звездному Ястребу. Если патруля и оборона примет перехват вас по дороге, не жалейте их. Перед атакой Барадим необходимо уничтожить щиты доков. Мы обнаружили генераторы щитов в этих местах. Уничтожьте их, и наблюдатель сможет начать бомбардировку. После уничтожения генератора щитов Титан 3 вернется наблюдатель за боеприпасами с Барадием. Тут-то мы покажем свою истинную мощь. Обездвижьте Звездный Яс с помощью Барадия и не останавливайтесь, пока не... Что-то я не успел почитать. Когда должен быть беззащитным, когда я нанесу смертельный удар? Адмирал Слоун будет вами гордиться. Вот она что-то хотела сказать. Блин, не хочу я с ними тут тереть. Или перетереть. Но от этого ничего особо не поменяется. Нас ждет историческая победа, если нам хватит смелости ее одержать. Барадий, наблюдатель и истребитель Сит — все, что у нас есть. Но исход битвы зависит лишь от нашего желания победить. Повстанцы этого не понимают. Если мы будем придерживаться этого принципа, то сможем уничтожить Звездный Ястреб и взять вверх. Мы успешно отвлекли повстанцев от охраны доков Надири. Осталась лишь иллюзия безопасности и Звездный Ястреб. Повстанцы наверняка считают, что для защиты им достаточно Звездный Ястреба. Они даже не представляют, что Барадий сделает с их защитником. Собирайтесь. Время пришло. Так, ну что, полетели. Давайте опять вспоминать управление. Что-то много пауз между сильными. У нас новый какой-то кораблик, смотрите-ка. Так, бомбардировщик Сид более медленный, чем стандарт Сибит Сид. Может похвастаться усиленной броней, впечатляющим арсеналом взрывчатки и тяжелыми бластерами для атаки. Хорошо бы изменить снаряжение. Что-то можно. Стандартная лазерная пушка есть. Происходит небольшая задержка, но сама себя ведется очень быстро. Так, что тут у нас? Тут радиус. Радиус такой же, скорость такая же, ухудшение мое минус 50%, скорострельность, тут больше скорострельность и скорость перезарядки быстрее. Но урон у него, вот это 760, это прям еще, наверное, получше. В целом происходит небольшая задержка, но сама стрельба одинаково тут пишут, что ли, для всех. Идеально подходит для нанесения значительного урона, ну, или если вы боитесь промахнуться. Давайте вот это возьмем. Так, ракеты тут у нас идут. Сайнар может, наверное, запускать несколько ракет по целям. Идеально. Это у нас компоненты. Турель всегда расходит один снаряд за выстрел. А это
чтобы выпустить разрушительный луч на несколько секунд. В этот момент ваш корабль будет очень неповоротлив. Ну, такой штуки у нас еще не было. Щит для штурма значительно снижает урон, получаемый спереди в течение длительного времени. Протонная бомба отлично подходит для сражений с крупными кораблями. Ну, нам вообще есть крупный корабль на протонную бомбу. Что взрыв вниз бомбы наносит огромный урон, если приблизиться к цели. Прикольно. Ракета Голиаф Сайнар всегда масштабно взрывается, даже в случае контратаки. Идеально подходит для нанесения урона. Уворачивайся от ваших ракет целям и врагам, сгруппированным вблизи. Так, и это у нас на свою большую с дальней дистанции. Блин, я прям даже не знаю, на стандарте остаться. Луч какой-то, нафиг он нам нужен. А вот это бы. А это что такое? Может на время запускать несколько ракет под целям. Идеально подходит для атаки групп турелей. Нам сначала турельки как бы надо по... Так, дальше что, луч какой-то? Ну, луч, вот луч как-то я прям не знаю. Давайте-ка, может быть, все-таки попробуем вот эти вот протонные торпеды. Так, тут что у нас? Пускает несколько снарядов. Ставит с собой облако, нарушающее наведение на цель ракеты. Это несколько снарядов, перехвачено наведение на вас ракеты. Все заведенные ракеты перестают вас преследовать, и никто не может навестись на вас некоторое время. Ну, прикольно, как бы. Попробуем это, а то мы что-то... Так, корпус стандартный. Никаких преимуществ. Так, более крепкий корпус, но это замедляет поворот. Блин, нам надо крепкий корпус. Маневренный, амортизирующий корпус. Враги дольше наводятся на цель, но у вас... Не-не, нам нужен бронированный. Так, двигатель у нас какой-то сдвоенный. С максимальной скоростью, зато ваш корабль может ускориться. Так, а это что у нас? Сдвоенный двигатель, разгон спонтично подходит для частых резких ускорений. Ну, вообще, вот уходить, когда... Блин, давайте эту поставим. Все, как бы, что, полетели? Давайте приступить к заданию. Поехали, посмотрим. Посмотрим, что да как у нас тут получится. Попробуем торпеды в работе. Так, я забыл уже, как перенестись. На троечку, Ctrl 3, что ли. На щиты. Все, уже летим. А чё, как внутри тут? Нифига тут. Прикольно. Так. А затем уберите врага. Ждем с нетерпением. Куда идти-то? Сообщение генерала Синдули для имперских сил. Вы нарушили границу новой республики. Немедленно покиньте наше пространство. Мой капитан Кэрилл, наблюдатель. Сегодня вашему звездному ястребу наступит конец, как и вам. Эскадрилья Титан в атаку. Куда лететь-то? С радостью. Избавьтесь от турелей у наблюдателя. Не должно быть преград в пути. Так, турельки видимо. Так, что у нас тут? Ешечка. Ракетки какие-то есть, турельки. С той стороны, что ли? Прям на астероидах где-то тут они находятся, турельки-то. Так. Чё, можешь расстрелять? Готово. Летели дальше. Нифига, тут на второй кнопке тоже есть. Нифига, кнули.
Так. Следующий. Пушечка, это у нас торпеды, что ли, получается? А чё не стреляет? Фига. Этот по нам стреляет. Так, Ctrl 3. И фига по нам фигачит. Так, нас подзаправили. Давайте цель, цель, цель. Идет наведение. Какие тут кнопки-то еще есть? А какой кнопкой у нас контрмера вот это вот включается, интересно? Или тут нет никаких контрмер? Блин, как ее включить? Дождите-ка. Как включить-то вот эту штуку? Так, снижение поворота, это у нас управление, стрелять, огонь. Контрол, ля-ля-ля. Выбрать цель, меню прицеливания. Принять сигнал. Так, уменьшить мощность. И чё, и всё? Игровой процесс, это не то. Тангаш. Так, Q, R, глушитка датчиков, R, вот, все вспомнил. Все, теперь не наведите сегодня. А, надолго заводится, я понял. Ой, фига. Фига. Прикол. Так, а мы же все... Все сделали это. Блин, мы же не все вот эти турельки сдолбанули. Давайте-ка еще одну. Она заводится долго, эта пушка, я понял. Блин, прикольная пушка. Так, еще что там у нас есть интересного? Так, а вот я не понял, турельки мы все долбанули или нет? А, у нас еще вот что есть, смотрите-ка. Так, 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 тышечка. Есть. Тут все подзорвали, интересно. Оп, оп. Вот она. Эрочка. Так, 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 куда дальше-то? Медленно дар сгоняется, конечно, но... Так, эрочка. Есть. Так, у него самонаводящаяся ракета, интересно, есть. Внизу где-то чувачок. Где он?
О, еще один. Давай, 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 где ты? О, смотрите, это что у нас тут есть? Есть. Блин, мощный вот этот кораблик, мне нравится. И альтернативный огонь на правую кнопку какой-то есть. Вот он. Я, правда, не знаю, для чего он. О, у кого-то попали, я не знаю, мы сейчас попали. А время пришло, что нам тут говорят, нам куда-то направляться. Барадий попал в щиты доков. Осталось недолго. Нам нужно пролететь мимо звездного ядра, чтобы атаковать его. Легко. Следовать, короче. Они что-то мертвы. Джеймс рассказал мне про вас. И Трейс, вы не можете обойтись без жестокости. Кто это говорит-то вообще? У истории нет сторон, только выживание. Наши щиты выдержат. Титан, уничтожьте генераторы щитов доков. Так. Где эти генераторы щитов? Вот они, вижу. Есть. Так, помедленнее. Фига, и так наводятся они, прям зафигачивают. Прикол. Никуда мы тут не врежемся. Случайно. Еще что-то. Так. Пролетим тут. Где-то там с той стороны, что ли? Я не пойму, где. Так, Верочка. С той стороны, что ли? Где? Непонятно, давай другую цель. Вот. Прикольно. Так. С той стороны. Внутри, что ли? А, нифига, внутрь можешь залететь. А, фиг там. А, внутрь не пускает. А куда ж там надо лететь-то? Пойму вот эту точку. Давайте на какую-нибудь другую. Где попонятнее. И тут тоже опять такая же шняга. Не, ну вот снизу вот понятно, вот это вот. Тут понятно. А вот там, куда он показывает, мне вообще непонятно. Да? Куда здесь лететь, интересно? О, даже тут вот. Вон ничего и нету. Use it well.
А вот, кстати, генератор что? Мы так и не подбили, что... Потому что стрелять надо. Нет, Саня пускает. Так, один готов, а где-то еще был. Оу-оу-оу. Так, вот пролетим. Так, тут что у нас за точка? Опа. Расфигачили что-то. Я так и не понял, вот где сверху показывают точки. Сколько же этих генераторов щитов, интересно. Так, вот один вижу, это у нас лицо корабля. Так, один есть. Еще один рядом. Готов. Пролетим там к следующему. Если, конечно, получится. О, вот он. Вот он еще один. Так, еще один где-то рядом. А где? Так, с той стороны, что ли? Отсюда. Оу-оу. Куда-то опять нас ведет не туда. Где же там этот? Так, еще вот на одну. Вижу. Еще один. Ау-ау-ау. Давайте. Нет.
Нет. Где эта штука, которую надо? Вот она. Есть. Звездный, я слишком опасен. Отходим. Щиты ликвидированы. Наблюдатель, приготовьтесь к атаке. Подождите, нам нужно эвакуировать гражданских, они в чем не виноваты. Чего гражданские? Тогда не стоит привозить их сюда вообще. Баради наш козырь. Титан, завершите все дела и перегруппируйтесь. Блин, может кто-нибудь подзарядит? Энергии-то. Вот. Это другое дело. Перегруппировочка у нас. Наведение ракеты. Блин, прикольный корабль. Мне это больше нравится. Он по броне как-то получше. Шикарно, да? Красота. Так. О. Ну, у нас же не должны были навестись, как бы. Собаки. И что дальше? Капитан, повстанцы эвакуируют станцию. Вы пришли за звездным ясным? Нет, они гражданские. Никто не должен выжить. Эскадрилья Титан. Что, надо фигачить? Готово, нет? Корабль врага выходит из гиперпространства. Я что ли взорвался? Так, повстанцы игрывают станцию. Побеждаю за неясы, они за гражданцев, отпустите их. С нас заставляют гражданских фигачить. Никто не должен выжить из эскадрильи Титан. Фигово, блин. Выходит из гипера. Нам это не поможет. Блин, а нас сейчас не зафигачит, ребят. Так, нас подзаправили. На меня наводится. На кого там кто наводится? Threat eliminated. You exemplify imperial superiority. Да,
Да какие-то они вообще неуничтожаемые. Оу-оу-оу. И никто что-то нас не подзаряжает. Такого огня уж давно бы, по идее, уничтожили бы. Наша победа была очевидна еще до начала без генерала Сындула. Что, уже все? Присоединяйтесь на позиции. Внимание, суперсан, немедленно поднимайтесь на борт Звездного Ястреба. Там Звездный Ястреб заводит двигатели, похоже, они хотят сбежать. Какие же они жалкие. Дантри, немедленно вернись на наблюдатель за боеприпасами с Барадием. Должны. Давайте вот так вот зайдем лучше. Есть. Может, кораблик поменять? Так, мы снарядили твой бомбардировщик взрывными какими-то. Доп справа, торпеда с Барадием отправится. Это как он? Идет наведение ракеты. 15 лет такой звездный ястреб, не дайте ему уйти. Где он, этот звездный ястреб? А, вот это вот звездный ястреб? Долго испытывайте им, сегодня никто не сбежит. Там три генерал Сил на борту Звездный Ястреб, остановите его. Несите смертельный удар. Кто стреляет-то? Кто стреляет-то? Блин, всех сутка больше нельзя повредить. Еще куда дальше фигачить? Куда-то еще надо пальнуть, а куда? А куда? Блин, подальше отлететь может. Будет попонятнее. Корабль слишком большой. Непонятно даже куда стрелять.
Давай, давай, давай. О-о-о. Гиперзарядка активирована, не дайте ему сбежать, наведение ракеты идет. Расфигачился. Блин, я так и не понял, нос мы расфигачили, а куда еще надо было бить? Надо, короче, близко не подлетать. Так вот здесь не дайте ему уйти. Ну понятно, что надо атаковать, это все ясно. Куда только атаковать. Так, давай перенесем это, а тут надо его идти. General Syndulla is aboard the Starhawk. Immobilize it, and the Overseer will deliver the killing blow. Ну, вот engaging offensive tactics. Медленный истребитель легкой цели в постоянном движении, чтобы сбежать. Зарядите нас! Чуть-чуть отдалимся, хотя у нас 7. Может что-нибудь подзарядит, конечно. О! Так. Я так понял, нам надо... Отличный выстрел. Сейчас выйдем из строя. Система гиперзрайв звездного сильно повреждены. Он не сможет совершить прыжок. Я еще не закончила. Титан 3, возглавьте еще одну атаку. Вы были нужны своим Линдон, но вас здесь не было. Вы хоть кого-то. Кто-то их закрыл собой. Я здесь сейчас, Терриса. Если хотите что-то сказать, то это ваш шанс. Всем станциям стрелять по этому кораблю. Запустить что-то. О, сейчас нас подобьют тут, наверное. Титан, назад, они уничтожают нашу систему наведения. Нельзя и не позволим. Их гиперзрайв слишком повреждён, чтобы совершить прыжок. В этот раз Линдон не сбежит. Так, ну вот такой вот у нас, такая была у нас серийка сегодня, небольшая, так скажем. Вот, потрепали этот звездный ястреб, но все еще как бы за темную сторону продвигаемся дальше. То туда сюжет перетекает, то сюда. Ладно, на этом серии будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч в эфире, всем пока.